привет! Снова с вами я, Константин. Значит, выгрузился я в Москве, спорттовары. Снова загрузился там косметикой. Косметики там всего 3 тонны. Все поместилось на 15 палетах в машину, прицеп пустой. Проехал я вчера 650 километров с Москвы до таможни. Таможня была у нас на границе с Литвой. И вот утром сегодня затаможили меня, и я еду в сторону своей эстонской границы. Осталось примерно 100-150 километров, и уже будем проходить там границу. Погода мерзкая, дождь со снегом, но хорошо хоть работают снегоуборочные машины, чистят. Вот, пожалуйста, навстречу едет асфальт без льда. Едем не спеша, спешить некуда. Погода неблагоприятная, поэтому максимально внимание и максимально безопасности. В Москве тоже ехал по 108-му шоссе. Это большая объездная кольцевая Москвы. Там в двух местах такой снег валил, что прям не видно было, все черно было, и он как будто самосвал вывалил сверху, вообще стена. Вы превысили разрешенную скорость. Машину всю залепило щетками, еле успевал снег сметать со стекла. Ну ничего, прорвались. Созрел еще один. О, тут что-то сильно. Легковая сильно улетела. Там по рации говорят, вроде не скользко, вот о чем завалиться. В ночи оставшись.
сегодня хуже.